Что ж, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Mass Effect 3. В этой части мы, соответственно, да, наверное, пойдем дальше по этим по квестам. Даже, возможно, даже один из главных выполним наш, собственно говоря, последний, в общем, тогда я тут посмотрел. Оказывается, у нас есть еще один, как бы, квест этот главный, соответственно, который хорошо было бы выполнить в идеале. Ой. Будь здоров, спасибо. Так, эвакуация Тесси, военное командование Азария. Отлично, вы открыли мое письмо. На самом деле оно не от военного командования Азария. Командование сейчас занято тем, что следит за останками своей планеты. Значит, вам удалось выжить в нашем поединке на Тесси. Вы не так слабы, как я думал, но не забывайте, всех наших усилий не хватило, чтобы остановить меня. Ваших усилий. Теперь целая планета погибнет из-за того, что вы не смогли победить. Легенду о Шепарде пора переписать. Надеюсь, что приложу свою руку к последней главе. Она закончится вашей смертью. Это, как я понимаю, Кайло Рен, да? В общем, с нами тут почетить решил слегка. Правда, мы его все равно там как... Как не знаю, кого на самом деле размотали. Я не знаю, что он тут сейчас выпендривается вообще так... В принципе, можем даже и повторить так-то. Так. Так, сюда полетели. Колестрон. Так, что тут есть? Поиски неудачны. Действующие источники питания или следы недавнего пребывания не обнаружены. Вероятно, доктора Гарна здесь нет. В смысле? Так, все нашел. Давай-ка умираем, да. I found something. Угу, отлично, понятно. Понятно, значит. Так, а этого Гарна, его нам по... Почему надо вообще найти-то? Дакуни, найдите на Дакуни, выжившись, постарайся их возвращать после... Так, ну это у нас эти уже пошли, DLC-шки, да? Что-то я не понимаю. Какого нам там Гарна надо найти? Вот непонятно реально. Так, что тут есть? Угу. Сюда вот. Радиаторы из искусственных алмазов. Это у нас военные ресурсы. Нифига себе. Ресурсы у нас... Радиаторы из алмазов, ты прикинь, какие у нас ресурсы. Вероятно, доктора Гарно здесь нет. А вот, простите меня, кто это вообще? Я, если честно, вот это вот как-то не понимаю слегка. Как бы так вот совсем-совсем чуть-чуть не понимаю, вот реально, кто это? Его мне зачем искать? Как бы. Может, это, конечно, уже говорили, типа, я прослушал. Так, а еще больше меня напрягает вот эта системка. Знаете почему? Потому что здесь есть жнецы... То есть, соответственно, тут что-то должно быть интересное.
Вот прям вот, точно тут должно быть что-то интересное. Но этого интересного здесь нифига нету. То, что у нас вот в этой вот системе, например, нету жнецов. Тут-то понятно, что ничего нет, но вот на Максим, на этом, на Маским Зуле что-то должно быть. Нужно будет потом загуглить вообще вот эту вот системку. А, и потом посмотреть уже, что у нас значит. Так, что у нас центр связи какой-то? Туманность часы. Это вообще не активная. Погнать тогда в туманность часы, что ли? Просто я сейчас хочу для начала все найти, что можно после миссии. И потом уже, соответственно, лететь на миссию. Так, по-моему, так более всего логично. Вот 100 единиц нашли. Хорошо. Это очень хорошо. Сюда вот кредиты. I found something. 600. Офигеть. Это довольно много. Плюс, кстати, хорошо довольно просканировали-то. Вот реально мне чем нравится третий Mass Effect, вот прям вот реально нравится, тем, что здесь они... очень хорошо так упростили эту систему второго Mass Effect'а. То есть, как помните, вот во втором Mass Effect'е нам нужно было так вот эти ресурсы все, да, собирать, чтобы у нас, собственно говоря, команда выжила на этой, на финальной, на последней миссии. Вот, и здесь примерно как бы то же самое, то есть, ну, примерно, но это куда как бы быстрее делается, короче. Так, все, понял, как... понял, как сканировать надо. Сейчас просканируем нормально. Так, вот, то есть где-то я вот тут, да, должен быть. Signal confirmed. Получается, да. Так, 200, норм. Хватит. Вот, а здесь это все в разы как бы быстрее делается, из-за этого это, не знаю, поприкольнее, как тут, как мне кажется. Потому что там во втором, по-моему, у нас несколько этих элементов было, да, самих по себе, то есть, которые искать надо. Вот, а тут с этим как-то все, не знаю, ну, попроще, вот реально. Это как-то, ну, не сказал бы я, что проще, это просто менее муторно, чем вот во втором было. Гораздо менее муторно. Угу, вот сюда вот. Зондик запускаем. Так, все, 100. Хм, прикольно. Я, честно, думал, тут что-нибудь еще будет. Так, значит, где у нас наша, это самая, книга Элкоров-то? Сейчас давайте-ка мы тут сейчас подзаправимся. Тут он у нас есть, этот. Вроде пока не вижу. Да, нету. Плохо. Так, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Короче, везде все 100, да, у нас? Да, вроде 100. Ну, вот это вот я реально, вот это вот я не знаю. Возможно, это баг какой-то. Вы мне напишите, кстати, в комментариях, кто в курсе вообще вот полностью про это. Но я вот не знаю. Здесь, по идее, здесь должно что-то лежать, правильно? Раз так как здесь жнецы есть. Но этого чего-то тут нет. И я не знаю реально почему. Я вот прямо вам серьезно это говорю. Абсолютно. Я просто не понимаю, почему так.
происходит. Так, Антаром, это у нас центр связи, да? Сейчас давай-ка глянем эту последнюю системку. Вот это вот, убийский простор. Вот тут много чего должно быть, по идее. Праге. Ох, еще, господи, этот топливный реактор, да, искать. Ну, в смысле, этот топливо, в принципе. Ну, без проблем особо. Так, полетели нафиг. О, красота. Одна планета. И прям сразу все нашли. Вот такие вот мне нравятся реально системки здесь. Вот за такие прям плюсую. И топливо. Красота, красота. 50 единиц, правда, только. Ну, тоже сойдет. Ну, такие тоже неплохо. Что-то, правда, еще, наверное, что-то будет, да? Я-мама. Так, да господи, ты там где уже? Пятьдесят. Ой. Да, плохо. Плохо получилось. Signal confirmed. Все нашел. Ну, все, летим отсюда. Нубийский простор. Так, ну что, у нас, значит, сейчас доп-миссия будет какая-то, как я понимаю, да? То есть я вот это вот все-таки сначала хочу выполнить. Поэтому все-таки на нее, я думаю, сейчас полетим, а в следующий, наверное, все-таки пойдем по сюжету. По главному. Антаром, центр связи. Так, что у нас тут? Так, ну без комментариев особо всех, как обычно, берем наших. Конечно же. Так, а мне еще нужно вдову поменять. Да, вот эту вот штуку. Которая, правда, очень мощная. Но мне черная вдова больше нравится. Потому что у нее три патрона есть. Так, у Гаруса черная стоит. О, тебе давай-ка дугу поставим вообще. Вот это нормально будет. Так, а тут у нас что? По урону что-нибудь лучше есть? Вот так себе, на самом деле, по урону лучше есть. She's hiding in a security bunker off-site. A civilian? Yes, patching her through. Miss Sato, what's happening down there? I'm staying hidden, but I'm the only one left. They're trying to hack into our systems to access Alliance operations protocols. I'm tracking their activity, but they're bound to find me sooner or later. Hang in there. We'll be there soon. Yes. Yes, Commander. It's not ideal, but she's the only one with any traction on this. The information stored in that network is critical, Commander. If it gets into enemy hands, we'll lose a lot of good people. I'll take care of it, Admiral. See that you do. Hack it out.
Get out. Так, у нас тут что, Цербер, да, будет? Похоже. Похоже на то, да. Не. Вау! Тихо. Да тихо. Еще и гранату запулили вообще. Я еще и попасть не могу. Да, блин, что же вы такие, господи. Ать. Так, перезагрузочка, пожалуйста. Так, еще тут инженеры есть. Там. За... Еще и я отъехал, отлично. Да, давненько я не играл, похоже. Да. Да. Господи, угомонись уже. Да. Это перестает нравиться как-то, если честно. В упор, блин, попасть не могу, прям вот в упор. Так, а чё, и всё, что ли? Серьезно? Это все? Так, ладно. Сейчас нужно тут еще поискать. Ага. Так, 55 уровень.
Так, ну что-то мне кажется, что это вообще вот не все здесь. Что-то есть еще из этой, из бронюшки, да? По ножи. Правда, нам наша броня все равно больше всего нравится, правда? Поэтому мы ее особо, я думаю, ни на что не поменяем. Так, а ну-ка. Блин, плохо. А, не, нормально. Я просто думал, что... Опа! Что тот этот не умер. Центурион. Тогда было бы реально очень плохо. Уай! Тихо. Гарус, давай-ка. Так, еще тут, господи... Кто-то есть, хорошо. Так, подлечимся. Уаа, тихо. И все. Куда ты стреляешь-то, господи? Ой, броском он этим своим стреляет вообще не туда, куда надо. Вот вообще не туда, куда надо он стреляет своим броском. Отлично. Кто там open fire? Сейчас я тебе такой тут open fire сделаю. Чё, потери у тебя? Гарус, не тупи. Так, куда нам? А сюда еще. Scared they'll find her if she breaks radio silence. We need the final coordinates. Grace, listen to me. Can't talk. They're right outside. I know you're scared. This is more than you signed up for, but I won't let you down.
promise. Okay, Commander. Updating your nav point with the last location now. But if you get to me in time... Just hurry, please. Commander, I think I can make a run and get her. Do it. Да. Так, что с Фантомасом разобрались. А, нет, вот Фантомас, да? Отлично. А тот он у нас что, у нас Мститель, да, по-моему, был этот... Да, Мститель. Да блин, да кто из вас там так стреляет-то? А, жесть. Ничего себе, у вас там сколько-то. Так, Ляра, давай, ты там... А, господи! Оп, хорошо. Вот терпеть их не могу. Господи, где мышка-то? Так, Гарус там где? Уай, тихо! Блин, они... Он еще живой, ты прикинь? Так, кто там еще остался? Вообще...
вообще замечательно. И опять все сначала-то, прикинь. Я плюс еще не знаю, они здесь это самое. Ну, может, это потому что это последняя волна, и они тут, возможно, бесконечные даже. То есть вот эти вот все силы. Вражи. То есть, ну, вполне себе возможен такой вариант на самом деле. Молодец. На тебя это, конечно, не сработает, но... Кто же вас гранаты-то учит кидать там в Цербере? Мне вас жалко как-то, знаешь. Так, ну... Да я ж попал! Чё, игра прикалывается, что ли? Ой, тихо. Вот это нормальный был бросок гранаты. А то я даже сейчас не знаю, как это. Я тоже хорош. Я вот чё, реально не понимаю, они здесь бесконечные? Братан, я тут, если чё. Нормально, он затупил так. Так. Ты тоже норм. Последняя. Commander, they've almost got the doors open. Help! Got her covered, Commander. Area cleared. Picking up Miss Sato, then heading back to the rendezvous point. Good job, Lieutenant. Так, ну все. Я думаю, сейчас мы, значит, прокачаемся. Our communication station is secure. Operations in this theater are safe again. No small task to keep it that way. How's Miss Sato doing? She has to be transferred to a nearby Alliance station. She wants to help however she can. Good. We need all the help we can get. Hack it out. Так, что у нас там по этой, по подготовке? Ну, чуть-чуть получше, на самом деле, чуть-чуть получше. Но мы уже, на самом деле, мало чего больше уже наберем. Насколько я так понимаю, потому что все-таки основной, как бы, прирост, он, конечно, от этих, от основного сюжета, соответственно, идет. К боеготовности войск. Ну, так 6,5 тысяч, в принципе, ничего так. Да. Очень даже ничего так. Так, я думаю, сейчас мы... Знаешь, куда пойдем? Сейчас мы, наверное, пойдем в Цитадель. И там нам... Ну, сейчас мы еще закупимся, на самом деле, перед походом туда.
Просто там должны были быть эти, ну, квесты, которые нам нужно будет сдавать. Ты ничего не скажешь, нет? Так, док Челноков. На 22,5. Вот беру, прям не задумываясь даже. Так, только где это был? Сейчас бы найти. Так, арсенал. Вот это вот, да? Сейчас посмотрим. Пятый, значит, да, у нас? Нет, четвертый. Ой, будь здоров, спасибо. Так, а он у меня и стоит. Смотри-ка. Прикол какой. Так, давай-ка сейчас прокачаем. Так, черная вдова. Черная вдова. Так, и все, да? Хорошо. Так, тут у нас хищник, но у нас так уже на пятерку прокачан. Погодите-ка. Вот. Вот это нам нужно сделать. Про шифры сервера мы уже их нашли, да? Получается. Значит, ладно. Значит, сейчас погнали туда, на цитадель. В посольство нам, значит, да, получается. На цитадели. Ну, погнали туда. Так, тут точно ничего нет. Похоже, точно. Вот тоже вот еще одна такая вот система, знаешь, в ней тоже жнецы есть, но в ней самой ничего нету. Это у нас две такие системки остаются, получается. Во всем остальном у нас, в принципе, все найдено. То есть, ну, абсолютно прям все, что можно. Все, что можно найти, мы везде все нашли. Так, стыковка. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Так, где он тут у нас? На четверке, да? Офицер Делк. Так, погоди. Посол. Это значит, у нас ты. А вот Делк. Это, по идее, кто хочешь, может быть, вообще вот из них. То есть, вот прям вот вообще вот кто хочешь. Абсолютно. А, вот посол, погоди. Were you able to evacuate any civilians? How many? Not enough. Так, погоди.
Вот офицер. Делк какой-то. Ну что, он, конечно, вот тут вот где-то стоит. Так, это дипломат. А, может, он вон там он вообще стоит? Где-то вот в этой вот части. Погоди. Ну да, это, по идее, вот вся четверка. Вот. Your intel, right? I found these Нормально. Codes on a Cerberus engineer. I thought they might be helpful. Cerberus ciphers. That's exactly what we've been looking for. Thank you, Commander. Так, по прокачке еще. Давай-ка сейчас посмотрим. Нам, в принципе-то, уже мало что надо. Так-то, по прокачке. Мы, в принципе-то, и так всех тащим вполне себе. Лечение урона. Ну нет, дополнительное здоровье все-таки это будет нам полезнее. Особенно на безумии, учитывая то, что мы это издалека всегда всех кошмарим. Это нам, конечно, будет полезнее слегка. Как мне кажется. Так, еще что у нас тут есть? Еще у нас здесь есть горизонт, который у нас... Это основная миссия. Получается, Eden Prime. Это DLC. Скопление Нимба. В чистилище, вот мне в чистилище сейчас давай-ка тоже сгоняем. Вдруг мы это тоже уже сделали, я просто не помню об этом. Ну, тут ты видишь, да, сколько квестов, в принципе. Я еще не понимаю, почему они на цитадели, не знаю, там сделают там какую-то комбинацию, чтобы именно конкретных каких-то НПС можно было обозначить вот отдельно. То есть, ну, не на карте их смотреть, а именно вот их обозначить отдельно. Вот, по-моему, вот это было бы очень прикольно. Так, Ария... Значит, здесь ее нету, да, пока что. Хорошо, что у нас там есть еще? Вообще не Президиума у нас еще есть. Квест. Там тоже Азарь, да, какая-то? Ученый у нас здесь есть какой-то. Так, это у нас бухгалтеры. I think I know which project you mean, and I've got a Hesperia period statue in Bay D-24. Commander Shepard, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Thank you so much for your help. Так, все. Вот у нас еще один плюс квест есть. Так, доктор Брайсон, это у нас DLC. Офицеру вообще не Президиума. Тут у нас офицера нет никакого, значит, мы это не сделали. Найдите такой фрагмент в посольстве на Цитадели. Так, значит, скопление Нимба. Сейчас, так, погоди, я даже запишу себе, что мне нужно посмотреть. Скопление Нимба. Библиотека. Так, лечение химических ожогов. Поставка помех. И фрагменты кода. Код... Жнецов. Так, еще. Давай мы сейчас сгоняем в больницу. Там у нас тоже, как я посмотрел, есть что-то, что мы не сделали. Ну, как бы там у нас есть этот квест, возможно, мы его сейчас сдать сможем. А вот нет. Ладно, тогда погнали, значит, сразу на эту, на Нормандию, на нашу. Чуть-чуть так сегодня посидели, конечно, да, я понимаю, но... Все-таки как-то. Sergeant, I have a little brother.
Не хочется мне, если честно, подольше сегодня сидеть почему-то. Не знаю. Так, вернуться на Нормандию. И, в принципе, я думаю, я с вами на этом попрощаюсь. Прямо вот так вот, прямо сейчас сразу. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, ставьте большие пальцы вниз. Вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, комментируйте, добавляйте видео избранное. Всем за все это, как всегда, большое-большое спасибо. И всем на этом, ребят, до свидания. Всем на этом, в общем, пока. Я себя угораю, на самом деле. Читайте, что тут написано. То есть сейчас, погоди. Лечение химических ожогов. Фрагмент кода жнеца. Технология поставки помех. То есть это у нас уже все было изначально. И это, похоже, просто проглядел как-то. Поэтому давай-ка мы сейчас еще раз так более детально, скажем так, все тут просмотрим. Весь магазин. Так, ну тут у нас вроде все остальное... Все остальное, в принципе, должно быть норм, да? То есть у нас получается что? У нас получается три квеста, которые мы можем выполнить еще. То есть это у нас химические ожоги, поставка помех. И нимб еще тоже надо найти, на самом деле, сейчас. Давай-ка сейчас что сделаем как раз. Это я более как бы детально так просто посмотрел. Это более, ну... Без вас, в общем-то. Так, нимб. Значит, нимб нам нужен. Вот он, нимб. А в чем проблема? Может, это Азари сама по себе была где-то там в другом месте? Погоди. Погоди. Нимб. Передайте Азари в чистилище. Да, вроде мы это нашли. Но почему-то эта Азари, она у меня... Ну да, вот это, вот здесь он должен быть, по идее. Но здесь его нет, то есть мы его нашли, соответственно, получается. А, значит, нам нужно что? Значит, нам нужно сейчас в чистилище? Да? Я правильно все понимаю? Так, цитадель, стыковка... Давай сейчас сразу чистилище оторванем. Мы все организуем. Так, по-моему, она где-то на входе должна быть. I've recovered some tech from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you at Bay D-24 if that would help. Really? Well, oh, damn. Couldn't hurt. Thank you. Так, погоди, это ты что, я думаю? Да, все, сдали. Сдали эту библиотеку. Так, у нас еще что-нибудь здесь есть? Вообще на президиуме, на цитадели. Вот почему они здесь не сделали так же абсолютно? Вот я вот это вот не понимаю. То есть вот... То здесь бы, не знаю, там отметили, там просто там Азари, не знаю, там, ну, там, не знаю, там воинское это их звание. И все, это уже сразу было понятно, что вот это вот она, вот иди ей сдавай квест. Но нет. Мы, видите ли, будем... Так, здесь, да? Да, доктор Сил, но он у нас во второй. Вот тут как все просто, а? Вот тут... Да. Господи. Так, он у нас, по-моему, солярианец, да? Он у нас, по-моему, вот здесь вот. I came across this treatment plant at a chemical plant. Could it help? Treatment?
What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Так, еще мы что можем задать? Технология поставки помех и фрагменты кода. Так, окей. Так, он у нас в третьем, да? Окей. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Oh, never mind. Tech like this? I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Так, еще один квест у нас, по идее. Ну, я уже, вот на, по поводу него я уже не уверен, вот эти фрагменты кода. Фрагменты кода, вот это вот я не уверен на самом деле, но давай все равно пойдем посмотрим. По идее, вот это вот мы не должны сделать, вот именно сейчас. Его зари в посольство. Значит, нам нужны посольства, правильно? А не, смотри-ка, все, все нашли. Excuse me, I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their strategic processes. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Да господи, что ж тут стало-то такое неудобно. Так, ну и, собственно говоря, на этом... Все у нас квесты пока что завершены. Это замечательно. Мы, в общем, все сделали. И, соответственно, в следующей части мы, наверное, потопаем с вами... Что у нас тут? Ну да, у нас, по идее, смотри, у нас получается вот этот вот сюжетный. То есть мы на него в следующей части пойдем однозначно. Дальше вот это у нас DLC. Это у нас это тоже DLC. И это у нас это тоже DLC. То есть... Прикинь, мы какие крутые, а? Мы, соответственно, все квесты с тобой сделали в этой части. Это очень хорошо. Ну, как бы, которые у нас пока что есть. Поэтому, в общем, всем еще раз спасибо. И всем еще раз до свидания. Что делать, в принципе, вы знаете. В общем-то, там вот так вот. И, соответственно, комментарий. Очень сильно поможете развиваться. Так что, ребята, такие дела. Всем, в общем, до свидания. Всем пока.